Пять монитор. Курсор движется. Такая функция выставлена. Нет. System Sound, это отвечает за звук. Припуски. Мелодия. Есть. Ну, фишка. Работает. Запустить можно любое приложение. Mission Control. Просто надо аккуратно нажимать. Столы не перелистываются, потому что бета-драйвер. Такс. Интернет. Сеть. Подключить. Есть подключено. Точно попасть не всегда удается. К примеру. Хорошо, пролистывание только таким образом. Опять-таки в силу поддержки только мыши. Ну, лев еще сырой. Дисков много, поэтому долго инициализирует. Включаем музыку на всякий случай. Что можно зажечь? Попробуем. Mission Control. Нет. Ага, тут есть где-то вот здесь. О. Можно делать вот любых клавиш или функций, например. У меня тут переключение клавиатуры. Хорошо. Можно попробовать даже пересунуть. Мы получаем выбор столов. Работаем, да? Все, драйвер закончился. Как его узнать? Yes, you don't stop. Yes, you don't stop. Yes, you don't stop.
нужно запустить приложение, вот эту консоль. Вся фишка в том, что здесь только настройка работы мыши, и она дает демо-версию на 100 нажатий. Пока мне приходится менять функцию мыши, и она дальше продолжает функционировать. Вот это единственная пока недоработка.